Мы говорили с вами о том, в каких местах еще стих имеет некие чтения. Давайте вспомним. В начале стиха. Анапруса, вспомните. В начале стиха все, что до первого ударения. Да, потом идет цезура. В конце стиха, да? Клаузула. Все, что после последнего ударения. И в середине стиха может быть цезура, то есть разрез. Да? Цезура что-то разрезает. Давайте еще раз вспомним, что такое цезура. Некий обязательный словораздел. Словоразделов в стихе, как вы понимаете, может быть много. Но что значит обязательный? Это означает, что это пауза в каждой строчке. Да? В каждом стихе. Вот она проходит, вспомните, обязательный словораздел. Кем мы его обязаны? Автор, конечно. Вот автор придумал так, чтобы в каждой строчке была пауза после определенной стопы. Или после определенного слова. И тогда мы вынуждены назвать это цезурой. Как вы думаете, какие стихи воспринимаются легче? С цезурой или без? Можно аргументировать как? Я думаю, что лучше воспринимаются стихи с цезурой. Ведь они с паузой, и для человеческого слуха это гораздо приятнее с паузой слушать стихи, чем без паузы. То есть на слух легче воспринимается то, что разделено на части. Отлично. Как вы думаете, какие стихи будут делиться цезурой? Длинные или короткие? Длинные. Конечно, длинные. И чем длиннее стих, тем в нем вероятнее появление цезуры, ну или просто обязательное соблюдение ее. Так, например, классический александрийский стих. Это шестистопный ямб. Я показываю в скобках перевернутую черточку в знак того, что нам не важно, что там идет дальше. Правда? Это может быть мужское окончание, может быть женское. Но слово должно закончиться вот здесь. И тогда в александрийском стихе наш шестистопный ямб легко распадается на 3 плюс 3. Правда? Теоретически мы бы могли разделить его как-нибудь по-другому. Например, на 2 плюс 4. Или 2, 2, 2. Понятно, о чем речь, да? Да. Это значит, что граница слова, скажем, могла бы проходить вот здесь обязательно, вот здесь. Обязательно ли это ударный слог на границе, на цезуре? Нет, конечно, не обязательно. Главное, чтобы это совпало с концом слова. Я вас просил в прошлый раз посмотреть вот эти две редакции первой сатиры Антиоха Дмитриевича Пантелеева. Помните, что это такое ироническое обращение к своему уму, что, дескать, нечего заниматься науками. И действительно, зачем им заниматься, если есть масса других полезных занятий? Мы говорили с вами о персонажах этой сатиры. Помните, там есть церковник. Есть церковник, который говорит, что нечего науками заниматься. Почему? Потому что раньше жили без этого, и сейчас жили. Потому что раньше жили без этого, и сейчас живем. Да? А сейчас люди начали задавать себе вопросы какие-то. А это только во вред всем. И вот дальше, как бы речь тоже от его лица. Епископом хочешь быть? Уберися в рясу. С
Сверх той тела с гордостью риза полосата пусть прикроет. Повесь цепь на шею от злата. Клобуком покрой главу, брюхо бородою. Клюку пышно повели вести пред собой. В карете раздувшийся, когда сердце с гневу трещит, всех благословлять смут справу и леву. То есть хорошо, будь епископом, не знай наук. Здесь, конечно, Кантемир немножко покривит против истины. Потому что, чтобы быть епископом, как вы понимаете, науки надо знать. Да. Хотя бы некоторые. Но те науки, которые епископам не полезны, что их знать? Он и говорит, не нужно их знать. Расколы и ереси науки суть дети. Это как понять? Суть-то что значит? Науки и ереси, расколы и ереси, науки, суть, дети. Возможно, потому что многих ученых, когда их взгляды противоречили церковным, считали еретиками, Именно так. От вопросов таких, да, от наук, в конце концов, рождаются расколы и ереси. Помним наших других персонажей. Какие у них были мотивы? Почему не надо учиться? Или почему это бесполезно? То, что там еще то, что он и без алгебры сможет считать, сколько копеек в рубле. Так, то есть сколько копеек в рубле и без алгебры счесть сможет. И в общем это правда. И раньше жили без последней, и все нормально было. То есть второй человек у нас, помнится, Сильван, да, он копит. Ему совершенно не нужна наука в этом. Чтоб строй мира и вещей вывели меру или причину, глупо лепит он горох в стену. Это как? Это намек. Кто-то лепил горох в стену, чтобы выведать суть мира и причину вещей. Помните? Отсюда, конечно, как об стенку горох, но это потом. Совсем потом. Горох в стене. Никогда вы на физике не делали такой опыт. Горошек в масле. Не бросали ли вы, чтобы узнать, как она полетит? Это делал в свое время Галилей. Что? Галилей. Чтобы узнать траекторию падения тела. А Сильван спрашивает, прирастет ли мне с того день в жизни, или в ящик хотя грош? Могу ли через то узнать, что приказчик, что дворецкий крадет в год? Как прибавить воду в мой пруд? Как бочек число свинного заводу. Не умнее, кто глаза полон беспокойства коптит, печась при огне, чтоб вызнать руд свойства. Ведь не теперь мы твердим, что буки, что веди. Можно знать различия злата, серебра, меди, трав, болезней, знания. Голы, то все враги. Главаль болит, тому врач ищет в руке знаки. Всему в нас виновна кровь. Вот так рассуждает Сильван. Что, собственно, думать, что, собственно, гадать? Зачем рассуждать о причине вещей, если есть, ну, некое практическое свойство этой науки? Кстати, почему этого недостаточно? Давайте подумаем. Его же работа недостаточно? Он же копит? Ну, для него это достаточно, а почему для нас с вами недостаточно? Мы что-то хотим узнать еще почему-то. Кроме того, сколько денег у нас в кошельке и как их посчитать. Правда?
Почему? Потому что денег нет. Потому что денег нет? Нет. Денег есть. Не волнуйтесь. Так, еще. Потому что после смерти деньги будут бараны, золотой мир и все. А если узнать причину смерти или еще что-либо, тогда это можно найти в районе. Красивая такая идея, да? Предотвратить смерть. Да? Возможно, что, по крайней мере, ее можно отодвинуть. Да? Благодаря тому, что мы что-то будем знать еще. Ну, это тоже, в конце концов, практика. А еще. Вот мы сейчас стремимся узнать, что такое там клаузула, что такое стих. Насколько это полезно? Просто человеку, если интересно, то он учится. Вот, честно говоря, это бесполезно. Если человеку интересно, то он ее будет учить и изучать. А если не интересно, то... То есть настоящее знание... Зависит от интереса. В этот конкретный момент может казаться бесполезным абсолютно. Это знание ради знания. Я что-то узнал. Сейчас, в сию минуту. Мне это никак не пригодилось. Вообще никак. Возможно, пригодится. Но не обязательно. И тем не менее, я почему-то почувствую себя богаче. Может быть, лучше. Может быть, справедливее. Именно потому, что у меня есть это знание. Еще какие доводы против науки? Помните? Давайте. Что слишком много тратится внимания, как сегодня назвали, и из-за этого он не может задавать свои книги. Совершенно верно. Да, Франк у нас сетует, да, на то, что слишком много бумаги уходит, тратит на книжки, да, но он не может кудри свои забивать. Да, был такое. Еще был персонаж, который румян и рыгает. Помните? Так. Он хотел зачем тратить свое время вместо того, если его можно провести во время перов с кубком. Он не хотел уже сидеть с мертвыми, то есть читать книги писателей, которые уже мертвы. Он хотел проводить свое время только с своими друзьями. Конечно. Да, зачем ему мертвые друзья, помнится, да? То есть книжки. Ему нужны друзья живые. Ему нужна ватага, помнится, да? Когда все содружество, вся моя ватага будет чернила, песок, перо да бумага. Помните? Не нужно это, конечно.